Очередной рейд прошел в поселке Лао, где и был выявлен нестационарный торговый объект. Там под видом алкогольной продукции и домашней выработки продавались вино, чача и другие разливные спиртные напитки в пластиковой таре без лицензии. В ходе проверки изъято более 20 литров спиртного, а владельцу торгового объекта придется оплатить административный штраф. По данному факту проводится расследование. Мы просим всех жителей и гостей города, особенно в канун новогодних праздников, кто обладает информацией о продаже такой незаконной продукции, незамедлительно сообщать в полицию по телефону 02.